Кульминацией всех юбилейных событий стал масштабный концерт на Певческом поле, который длился нон-стоп несколько часов. Горожан поздравили представители республиканских органов власти, руководители столицы. 100 тысяч чебоксарцев подпевали знаменитому хору турецкого. Солистов хора турецкого исполнили свои лучшие композиции в сопровождении инструментальной музыки и акапелла. Михаил Турецкий, основатель проекта, заслуженный народный артист России, рассказал журналистам, что уже бывал в Чебоксарах, и с каждым годом он видит, как меняется и развивается город. Здесь необычный регион, здесь заряженные на успех люди, сильные, мощные, храбрые, исторически подкованные. И вот теперь я, оказывается, узнаю, что нам 550. Представляете, основанный в 15 веке город Чебоксар. Вот что мне нравится, что не стоит на месте. Уровень какой-то совсем другой и в республике, и в городе. Очень мне нравится вот эта упертость национальная местных жителей, что наш город лучший, что мы должны жить престижно и комфортно. То есть это прямо вот здесь чувствуется. Люди со своим характером. То есть 21 регион – люди со своим характером. Вот я это обозначаю, обозначил для себя. И придерживаюсь этой мысли. И душа радуется, что вот в отдельно взятом регионе, Республика Чувашия, город Чебоксары, очень большое продвижение наблюдается. Сегодня необычный праздник, потрясающий. Вот эта гора, эти экраны, это берег Волги, разливы, широта, еще и погода. Ну, то есть все великолепно. То есть все это, конечно, дает нам идею, что для того, чтобы быть счастливым, не надо уезжать в Москву и в Петербург, и за рубеж. Надо любить свой город и делать все возможное для того, чтобы этот город становился мощнее и краше. Красочное фаер-шоу флайбордистов, световое шоу и фейерверк. В открытом пространстве залива все смотрелось масштабно, красочно и органично.